Видите, все, все готовится. Крейзи, вот какие гирлянды, елочки. И вот кто у нас тут отдыхает. Видите, спит, животик дышит. Ловим немножко остаточки, а здесь, видите, уже зима и Рождество. Вот какие красивые корзины, посмотрите, с цикломенами. И они тонными глазками. Это эти, которые не боятся холода. Рождественская звезда или зимняя роза. Нет, по-моему, зимняя роза ее называют. Вон какие райские яблочки, смотрите. Красавцы здесь лежат, и сейчас 50% скидочки. Кукуруза, вот такие тыквы, а вот здесь эти яблочки. Я возьму такой. И вот, они занимаются декорациями. Смотрите, какие амарилисы громадные уже распустились. Тоже 50% скидочки, а вот такие наборчики тюльпанов, 12 евро, тоже по идее 50% скидки. Сад для птичек, кормушечки или поелочки. Сосна настоящая, живая, в горшке. А вот какие деревянные, видите, как красиво делают. Наташа, это специально для тебя снимаю. И вот какие интересно сделаны. Вот такая штучка, 1,79 евро. Деревяшечки, а здесь вот так сделано. И вот какие, смотрите, елочки. Кора и дерево. Вставлено. Сделано. И стоит это 3 евро. И ручная работа. Склеить, собрать. Вот такие. Красиво, вот просто эти фонарики повесили. И смотрите, с гирляндами. И вот такая елочка.
если вот у кого-то в саду, на даче или на улице такая елочка растет. Ее можно вот так украсить красиво. Заходим мы в такое снежное царство. Какие красивые, посмотрите, декорации. Как просто и красиво это всегда смотрится. А здесь... Ну, какие домики славные. Смотрите, ну что это, тоже славно. Вот. А это церковь, кстати, тоже для Натальи, о которой я говорила. И вот цена 24 евро практически. Ну вот очень много, конечно, повторяется с прошлого года, потому что в прошлом году была новая коллекция, естественно, что в этом году она будет снова. Елка украшена рогами. Ну, каждому свои украшения, правильно? Какие керамические. Смотрите, какая елочка красивая, керамическая. А вот как красиво. Просто. Ну, смотрите, пластик такой прозрачный, как это красиво смотрится. Мне нравится. Побольше, поменьше. С деревянными крылышками. Гирлянда из шишек. Здорово. Елочки такие. Очень сейчас в моде все это деревянное. Видите? Деревянное. Гирлянда, украшения, керамика. Идет. Без помпезности. Простота и натуральный материал. Ой, опять эти девочки, рамочки. То, что в прошлом году было интересно, но это маленькие. Сколько эти стоят? 9,50, по-моему. Такие девочки и мальчики. Какая интересная идея. Ну, посмотрите. Веточки, такую рамочку, типа домика сделаны, вставлены. А вот эта проволока, это гирляндочки, лампочки, LED. А вот они, эти большие есть, которые дорогущие. 58 евро, это большая. Маленькие такие, хорошенькие.
любила место. Так, 50 евро. А эти 48. Опять церковь. Какие гирлянды можно на дереве повесить в саду. Если большое раскидистое дерево, знаете, как яблоня, орех. О, и вот как здорово 3D картина такая сделана, посмотрите. Какой Дед Мороз, а? О, какие красивые шишки, посмотрите. Лампочки. Ой, мне вот эти домики тоже очень нравятся. Ну, чтобы их много было, выставить их внизу вокруг елки, как здорово. Или на подоконнике длинном, или вдоль стены. Очень красиво смотрится. Вот опять. Меняют цвет они. Здесь такие детишки, снеговички, детишки на снежных комах, свечи различные, картинки с подсветкой. А вот смотрите, какие деревушки, такие здоровские домики. Заснеженная, как будто бы. А эти вот просто из дерева. Здесь посмотрите, какую сделали лодку. Ой, вот деревня. Вот такая лодка. Под парусом. А вот они по отдельности.
все эти продаются. Домики. Это я вам показывала в другом магазине. Но цены практически идентичные. Может немножко разнится ассортимент. С той стороны тоже. И вот в лодке такая деревня, посмотрите. И рядышком. И целый набор деревни, 50 евро. И вон все-таки деревня. Смотрите, как это сделано. Обыграли, как громадная телега. Интересная идея. Ну, конечно, намного меньше это все. Но интересно. Танцевальный зал или каток что-то. Там мельницы различные. О, здесь вот оно все в розницу продается, так скажем. Паровозик, домики, целая деревня. 35 евро, 4 домика. А вот посмотрите, как здорово. Как будто бы в сундуке. А тут в пеньке. А здесь в сумке. Какие хорошенькие кролики, декоративные. Здесь хомячки, но они все спят. Ой, какой активный там заяц. Ой, какие любопытные, какой хорошенький. А сзади там морская свинка. Марди бейтер алтайт алзат неймон дам твей, я? Я бейтер у твей, я. Allemaal aan het slapen, hè? Ja, we hebben niet zoveel. We hebben er nog maar twee. Oh, daar zie ik hier eentje. Allemaal leeg. Deze, eentje, ja, ja, klopt. Is veel verkocht. Nou, вот, we выходим оттуда из отдела для все для животных и животное продаются мыши пустынные, крысы. Хомяки, но сейчас очень мало хомяков. Здесь ресторан такой, кафе, медики. О, да, все, нам нужно выходить. Смотрите, нэп, ну не настоящие, да, вот такие классные пироженки. Вот такая елочка, вся в сладостях. Посмотрите, какая елка. Когда-нибудь видели такую елку? И сладости. Есть здесь, кстати, и настоящие сладости. А как вам такая елка? Смотрите, какая красота. В перьях, в розах.
красивые шары такие, снежинки. А здесь можно сфотографироваться. И он об этом говорит. Красота. Смотрите, как это красиво смотрится, когда уже смеркается. И совершенно не видно, что этот снег не настоящий. Там без огней елочка, а эти вот такие красивые. И вот там, смотрите, как красиво смотрится. Но они еще не закончились декорациями. Вот здесь как будто бы дровишки. И вот такая красота. И так вот уютненько можно посидеть в саду. Под треск настоящих дров. Лежат, кстати, здесь настоящие дрова. Но горят здесь лампочки, конечно.